Всем здравствуйте, мы едем в наш сельский магазин. Вот это заброшка. Жалко, там нет коров, там иногда они внутрь заходят. А, они вот здесь, слушай, бежит. Да, я говорю, что это лошади, но он, смотри, на боку лежит. Это же корова. Лошадь лежит? Они рыженькие здесь все. Все красивые рыженькие. В общем, на бочку лежит лошадка. Жарко сегодня. Сегодня более жаркий день, чем вчера. Ну, на 1-2 градуса, но все равно. Хорошая дорога в деревне. Если вы посмотрите вот на кадры, где мы едем на море, да, в Шиквитиле, там дорога просто высшего качества. Здесь вот тоже неплохая. А это деревня. При этом в Батуми, да, есть разбитые такие дороги. Ну, непонятно как-то, от чего это зависит. Вот этот магазин мной еще не обследован. О, тут аншлаг, как всегда. Фастфуд, очень вкусные пирожки здесь. Я не люблю пирожки, но здесь очень вкусно. С картофелем мне понравились. Такое тесто, как на беляши. Но мы не за пирожками. Вы видели уже в шортс, что у нас урожай яблок. Мы столько не съедим, чтобы они не пропали. Компот никто не будет. Ну, компот, да, я варю компот, который сейчас выпивается сразу же. Но такие, которые с сахаром, компоты, банки, это никто не будет. И джем тоже никто не будет. А вот сушеные яблоки и зимой варить потом компоты, вот это самое то. Так что идем в магазин. Идем в магазин покупать суровую нитку, но натуральная нужна, такие не подходят. Вот они. А это, которая... А вот она есть, такая толстенькая. И я сделаю сушеные яблоки. Сколько стоит это? 3,50. Это натуральное, то ли? Да? Нет, конечно. Но это хлопковое. Это натуральное. Так, ну в такую нельзя втыкать. Надо вот такую белую. Ну, я возьму такую белую. Она влезет вот в эту иголку. На 50. Так, ну вот это еще, наверное, в принципе, это то, что я хотела. О, отличные какие. Точилки, это мне для работы карандаши подточивать. Я только сейчас заметила, что здесь даже тетрадки есть. Мыло. Салфетки влажные, 5,50. Видишь? 2,80 мочалка.
салфетки простые. Вот здесь, кстати, очень дешевые эти салфетки, которые вкладываются в коробочки, как называется, да? Вот эти 2,90. Это селфак, это все-таки турецкая, хорошая очень. То есть, ну, в Батуми это дороже. Поэтому я взяла даже для этого. А что, оттирать стены? Ну, конечно, она жестче. А тут, кстати, разные есть. Можешь просто губку взять, или тебе нужно именно жесткую такую? А это сколько стоит? Это просто губка. Два ровно. Два лари. Ну, то же самое. Так вот, цвет она пожелтела. Ну, это просто потому, что, видимо, лежала. Ты будешь брать такую мочалку-то за два? Да. Ну, вот эту. Зачем? Ты же сказал, тебе нужна мочалка для тела. Ну, зелененькую возьми. Симпатично. Можно вот такую взять для посуды. Там внутри, видимо, губка, а снаружи как ткань. Ну, вот как нетканный материал такой. Сейчас я сыр еще посмотрю. Сколько стоит? 5,50. Сколько такие полотенчики стоят для рук. Ой, оно большое какое. Не вижу, сколько оно стоит. Извините. Так, ну что, надо пойти, наверное, взять этот. Вот эти полотенца здесь подороже, чем в Батуми. Поэтому мы это здесь брать не будем. Нет. Выходим. Ну, выходим. Простите. Так, я должна пойти посмотреть сыр. Сейчас я поставлю здесь. Есть сыр. А, нет. Вот это. Можно? Половиночку. Okay. Очень вкусный сыр. Вот этот сыр стоит 11,50 килограмм. Немножко другой. Вот такой я брала для своих лепешек, которые вы видели на канале. Тот килограмм стоит 19,50. Вот это на 10 лари. Очень вкусно. Но тот чуть-чуть помягче. И поэтому он мне нравится больше. Это сметанка свежая. 9,30 за килограмм. Можно взять. Яйца мы купили уже. Печенка, курица, рыба замороженная, какие-то круассанчики, сушеные сухофрукты. Здесь, кстати, вкусно. Я все время беру сухофрукты. Вишня, а мне нужна была морковь. Морковь есть? Что-то морковь не очень. Надо что-то выбрать. Хотя бы парочку. И помидорку. Парочку, троечку. Так, лук есть, картофель есть. Огурец еще один есть. Так, вот что касается моркови, тут что-то как-то не очень, да? Видите, она какая-то старая немножко. Снизу выберем. Сейчас мы это все взять.
зрелище. Пластикового всего много здесь полезного. Угу, спасибо. Чучело всякое. Ой, терку хотела. Ее, наверное, купили уже. Эту терку, конечно, ее уже купили. Она была маленькая и аккуратненькая. Ее уже купили. Все, да. Ну, эти терки, я уже видела, они не подходят. Нет, ну это тоже... Нет, ну это вообще развалится. Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Ну ладно. Потому что мне пришло сыр. Мелко-мелко нарезать ножиком. Ну, это было не самое удобное занятие. Ну, ничего. Справились. Я уже тут, честно говоря, все скупила. Вот эта штучка какая красивая. 25 лари. Ну, красивая штучка такая. Прекрасная просто. Просто прекрасная. Будем иметь в виду. Сейчас пока кухни нет все равно. А вот когда будет кухня. Я хотела еще взять как типа лимонадик, я его добавляю в боржоми и вот он, а он только такой, да, только апельсиновый, хоть мультифрукт, ну ладно, пусть будет такой. Да, просто нет этого ананасового. Он такой вкусный. Неужели нет ананасового? Подождите. Я иду сейчас, Толя, подожди. Нету. Только яблоко. Нету такого. Ну, что делать? Что делать? Ничего себе, да? Ой, тяжелый опять. На. Ой, мою любимую шоколадку. 90 тетри она здесь стоит. Вообще такая вкуснятина. Шоколадки Рошен вот эти очень вкусные. Красная чечевица. 4,50 килограмм. Шинот 3,30 килограмм. Геркулес. 2,60 килограмм мелкий такой. Рис разный, по 2,40, по 4. Разный. У нас все это есть. Мы все это привезли из Батуми. Вот это Нино все время зовут. Это Нино, видимо, знает все. Где что лежит, где что. И все время зовут. Вон, видите, какая здесь есть? 2,30. Какая-то европейская, что ли. Не знаю, что за фирма. Апти. Хлебцы с отрубями, ириска, сгущеночка, 5,85. Ничего себе, такая маленькая. Перец черный я купила. Я очень люблю перец черный. Душистый, сода. Даже корич. Палочки корицы, короче. Посыпочка красивая. Чудесная такая. 20 лари килограмм. И здесь на 12. В такой красивой коробочке. Прелесть какая. Вот это вот клубничный джем. Гурийская соль мне понравилась. Мне очень понравилась она по вкусу. 2,30.
Ну, это все турецкое, все вот эти вот с орешками, эти пасты. Ну, я это не люблю. Это как бы больше любят дети, ну, может, не только дети, но я не люблю. Всякие огурчики, соленья. Ну вот, показала вам деревенский магазин. Пиво, например, 9,70. 12, это что, большие бутылки? 9,20. Ну, а так, харик какой-то. Левенбрау 6,20. Вот эта бутылочка 5,70. Карва, Вир. Железных банков. Вот, пожалуйста, экстра. 3,65, 3,40. Ой, какое-то красивое. Касрес, Вир. 3,40. Левенбрау большие 10,90. Эфес 3,70. Маленький совсем. Вот у них тут маленькими упаковочками так все упаковано, очень удобно. Можно взять вот такие вот миндаля. 7,28. Все. Пожалуйста, орешки. Рубль. Ой, рубль. 1 лари 65. Чищенный лесной орех. 32 лари килограмм. Ну да, 30 лари где-то в Батуми, так примерно. Примерно так и есть. И вот я купила эту нитку, большую иголку. Буду резать на треугольнички, нанизывать и сушить на солнце яблоки. Я думаю, что так мы их сохраним лучше. И самое интересное, здесь, ой, здесь так много полезной этой вот посуды. Я тут уже много чего прикупила. Ой, какая прелесть для выпечки. Вот это вот красивая какая форма. Недорого. Вот эта вот форма прекрасная. 8,50. Очень недорого. Печенье юбилейное с глазурью. Вот это вот, наверное, 2,95, а большая просто 4,80. Это чудесную штучку я пакую, а? Прихватила. Много чего интересного. Посуду я люблю. Вот я люблю посуду. Вот это дороговато. Но тоже для запекания вообще хорошая вещичка. Ну ничего. Будет что-то поинтереснее. Или это когда-нибудь будет куплено. Сейчас просто пока кухни даже нет. Но это вот под нарезки. Деревянные ручечки под сыр, там под что-то, под всякие джемы, соусы. Смотрите, здесь рюкзаки, арбузы, тапки, шляпа. Сколько у нас тут? 12 лари. Между прочим, это чистый хлопок. Мне такое ощущение, что такие в Таиланде были. Похожие они очень. Да, это чистый хлопок. Так я хорошо устроилась. Я даже сумки не взяла. Обычно сразу хватаю. А тут была так занята, что даже не схватила сумку. О, они покрасили этот чудесный забор. Как красиво. Красиво. Будет кафе. А мы поехали домой. Мне нужно прорабатывать яблочки, все обрабатывать, намыть, начистить кусочками. Я просто в Вилмарте видела такие яблочки, они треугольничками нарезаны и прямо на ниточках так и высушены, так и продаются в упаковках красивых. Всем спасибо!